знаете, что я думаю? Что я, как первый претендент, так и не получила свой заслуженный титульный матч один на один. Вместо этого матч тройной угрозы, где меняется чемпион. Но заметьте, в этом матче меня никто не удерживал. Ой, короны прямо от Кейси! Удержание! Раз, два, три! А поэтому я считаю, что у меня есть полное право биться за женское чемпионство НФР. Кейси, я бросаю тебе вызов 8 февраля на зимнем броске. Осмелишься ли ты принять его?